Здравствуйте, гости моих каналов, а также любители астрономии, студенты и ученики, изучающие этот предмет. Термины и понятия астрономии. Термин 156, гитлеровская Германия и космос, тема Вернер фон Браун. Надо сказать, это немецкий и американский королев, по сути дела. А именно, это германский, фашистской Германии, а с 1955 года американский конструктор ракетно-космической техники. Притом один из немногих выдающихся основоположников современного ракетостроения. Создатель первых баллистических ракет. То есть баллистические ракеты это создание Вернера Брауна. Полное его имя Вернер Магнус Максимилиан Фрайхер фон Браун. Родился он 23 марта 1912 года в городке Вирзиц, Пруссия, Германская империя. А умер в 1977 году, в середине июня, 16 июня, в штате Виргиния, городок Александрия, Соединенные Штаты Америки. Надо сказать, что 8 лет он был членом немецкой, ну, фашистской, по сути дела, партии НСДАП с 1937 года. И был штурмбанфюрером СС с 1943 по 1945 год, почти 3 года. В Соединенных Штатах Америки он считается отцом, то есть единоличным отцом американской космической программы. Надо сказать, что некоторое время фон Браун, 5-летним ребенком, стал подданным Польше, так как после Первой мировой войны городок Вирзиц был передан Польше. И семья фон Брауна, как и многие другие немецкие семьи, немного жила в Польше перед тем, как выехать в Германию, где фон Брауны осели в Берлине, а ребенок, юноша, можно сказать, 12-летний Вернер, вдохновился рекордами скорости Макса фон Опеля, которые были осуществлены на автомобилях с ракетными двигателями. Вызвал большое смятение на переполненной улице, взорвав игрушечный автомобиль, к которому сам же прикрепил множество петард. Маленького изобретателя забрали в полицию и держали его там, пока его отец не пришел за ним в полицейский участок. Фон Браун был также музыкантом-любителем, хотя и получил соответствующее образование. Он мог по памяти играть произведения Баха и Бетховена, ему нотные записи не были для этого нужны. С раннего возраста научился играть на скрипке и фортепиано. Первоначально он мечтал стать композитором и стал бы композитором, естественно, не было бы бомберок Фау-1, Фау-2 Лондона, не было бы американской ракетной программы в те сроки, в которые она была осуществлена, то есть разработана и осуществлена. Но этого не случилось. Браун композитором не стал. Хотя и брал уроки у Пауля Хиндемита, знаменитейшего немецкого композитора тех времен. Сохранилось даже несколько юношеских сочинений, музыкальных сочинений фон Брауна. Правда, они напоминают произведения Хиндемита, что и не, как говорится, и не случайно, безусловно.
Учился в Гумбиненской Фридрихшуле. Это в настоящее время это Гусевский агропромышленный лицей. А отец его, кстати, в это время занимал высокий пост. Он был президентом Гумбиненского правительства. С 1925 года фон Браун учился в школе-интернате в замке Этерсбурга, недалеко от Веймара, где у него не было, кстати, не было хороших отметок ни по физике, ни по математике. Учился он весьма посредственно. Ну, как бы сейчас сказать, на тройке. В 1928 году родители перевели фон Брауна, ну, Вернера, в интернат имени Германа Лица на острове Шпикерок в Восточной Фризии. Здесь он добыл экземпляр книги «Ракета для межпланетного пространства» Германа Оберта. Фон Браун и прежде был очарован идеей космических полетов, а теперь он стал целенаправленно заниматься физикой и математикой, чтобы конструировать ракеты. В 1930 году фон Браун поступил в Берлинскую высшую техническую школу. Это сейчас это технический университет Берлина, где присоединился к группе Общества космических путешествий и помогал Вилилею в испытаниях жидкостного ракетного двигателя вместе с Германом Обертом. Получив диплом в 1932 году, фон Браун позднее учился еще в Берлинском университете Фридриха Вильгельма и Швейцарской высшей технической школе Цюриха. Хотя всю свою жизнь он занимался в основном ракетным оружием, он продолжал мечтать о полетах в космос. В начале 30-х годов 20-го столетия Браун посетил презентацию, устроенную Агюстом Пикаром, который в то время был пионером полетов в стратосферу. После выступления Пикара молодой студент подошел к нему и заявил: «А знаете, я планирую когда-нибудь отправиться в полет на Луну». Вернер фон Браун работал над своей диссертацией, когда в 1933 году к власти пришел Гитлер. Ракетные разработки сразу же привлекли внимание новой власти, так как по результатам Первой мировой войны, по подписанным обязательствам Германии, ничего не было сказано о ракетной технике, и поэтому вместо артиллерии немцы могли смело разрабатывать этот вид оружия. 25 июля 1934 года Берлинским университетом фон Брауну была присвоена степень доктора физических наук. Практически был еще очень и очень молодым человеком. Вот. Эта работа была по ракетостроению, хотя озаглавлена была она об опытах по горению. Его научным руководителем, или как тогда это называлось, куратором был немецкий физик Эрих Шуман. Но это была только открытая часть его труда. Полная диссертация, датированная 16 апреля 1934 года, называлась по-другому, а именно: «Конструктивные, теоретические и экспериментальные подходы к проблеме создания ракеты на жидком топливе». Она была засекречена по требованию армии и не публиковалась вплоть до 1960 года. В то время в Германии проявляли интерес к разработкам американского физика-ракетчика Роберта Годдарда. До 1939 года немецкие ученые эпизодически связывались с Годдардом напрямую для обсуждения технических вопросов. Браун использовал схемы Годдарда, публиковавшиеся в разных журналах, в частности при разработке серии ракет А, агрегат. Одна из них, ракета А-4, правда, более она была известна как Фау-2, достигала, как я уже ранее сказал, Лондона при бомбардировке ракетами Германии и Британии.
1963 году фон Браун, размышляя над историей ракетной техники, так отозвался о работе Годдарда. Его ракеты по сегодняшним меркам могли показаться весьма примитивными, но они оставили заметный след и уже имели многие элементы, которые используются в самых современных ракетах и космических кораблях. А еще 22 декабря 1942 года Адольф Гитлер подписал приказ о развертывании массового производства Фау-2 или ракеты А-4, а также ее компонентов в Пенемюнде и на заводах Цепелин. 7 июля 1943 года Дорнбергер и фон Браун, и начальник полигона Штейнгоу, выступили с докладом об испытании оружия воздействия в ставке Гитлера. Ставка называлась «Вольфшанц» в Восточной Пруссии. Гитлер пришел в восторг и вскоре лично присвоил фон Брауну звание профессора. С января 1944 года до начала ракетных обстрелов Лондона было произведено свыше 1500 ракет. Первая боевая ракета А-4 в целях пропаганды, переименованная в В-2, оружие возмездия 2, была выпущена по Британии 7 сентября 1944 года. За 7 месяцев применения Фау-2 по городам Англии и Бельгии было выпущено 4300 ракет. В 1937 году фон Браун вступил в немецкую социал-демократическую партию, НСДАП. Весной 1945 года Красная Армия была в 160 километрах от Пенемюнде, когда фон Браун собрал свою команду разработчиков и предложил им определиться, как кому и им всем следует сдаться в плен. Его сотрудники решили сдаваться в плен американцам. Камплер приказал команде фон Брауна переехать в центр Германии. Одновременно был получен противоречащий этому распоряжению приказ армейского командования присоединиться к армейским частям и сражаться. Рассудив, что приказ Камплера повышает шансы на сдачу в плен американцам, фон Браун подделал документы и отправил 500 членов своей команды в район Миттельверка, где они продолжили свою работу. Опасаясь, что его чертежи и документация будет уничтожена СС, фон Браун приказал спрятать копии в заброшенном стволе шахты в горном массиве Гарц. 2 мая, столкнувшись с американскими солдатами, брат Вернера и по совместительству его коллега-инженер-ракетчик заявили американским солдатам на ломаном английском: «Меня зовут Магнус фон Браун, мой брат изобрел Фау-2, мы хотим сдаться». После пленения фон Браун заявил прессе: «Мы знаем, что мы создали новое средство ведения войны, и теперь моральный выбор, какой нации, какому победившему народу мы хотели бы доверить наше детище». Ну, таковы вот основные моменты, которые в этом термине я хотел бы привести. Американскую историю работ фон Брауна мы рассмотрим в другом термине. Спасибо за внимание, до свидания.